Вот, в Штатах месяц, и нам продали такую машину, предложили, сделали хорошее предложение, и сейчас вот у нас есть такая машина, это Saturn Outlook, вот так вот, Outlook, такая машина, сейчас. Вот, так вот выглядит, здесь есть небольшие недочеты. Вот он, Сатурн. Так, вот этих вот ручек, вот этих вот нету. Там магнитола не работает, еще парочку мелочей. Но очень выгодное предложение, потом по цене скажу. Вот. It's okay. Рассрочку, без первого взноса. Да. Машинка немножко грязненькая. Немножко? Ставки. Да. Немножко! Надо прибраться. Она угробленная. Прибраться. Тут 7 рядов сидений. 3 ряда сидений. Сейчас будем прибираться. Потом оформлять. Потом все расскажу про оформление машины. Вчера мы ездили на джетски кататься. Подгорели все. Ну, есть вот такие вот, как бы, недочеты небольшие. Ужас какой-то. Такая вот грязюка между вот этими штуками. Но все это очищать надо. Где они тоже завалены. Но все это вычистим, все почистим. Все будет. Окей. Okay. Everybody, hello. Всем привет. Сегодня буду рассказывать про автомобиль в США, как его купить, как его оформить, и что для этого нужно, чтобы у вас был в собственности автомобиль. Любой автомобиль, который вы пожелаете в Соединенных Штатах Америки, в любом статусе, в котором вы находитесь, по визе, грин-кард или убежище, или неважно как, имея свой паспорт своей страны, вы можете приобрести себе автомобиль. Ну и оформить его абсолютно официально, ездить на нем, даже по вашим правам, вашей страны. Ну, если они, естественно, на английском написаны. Вот. В общем, я приобрел автомобиль. Это Saturn Outlook, это GM. General Motors. Большой автомобиль. Я про него отдельно потом сниму обзор. Можно так сказать, цены смешные здесь на машины. Машина, когда она уже была битая, сделанная, там, то они здесь стоят копейки. Поэтому тоже цена недорогая. То есть на маркете он стоит, в принципе, его можно продать, наверное, за 2,5, 3000 долларов, да так, может, чуть побольше. Ну, вот, есть косячки определенные, я по них потом покажу, но машина на ходу, она едет. Целый кузов, все нормально, все работает. Сегодня мы не об этом, сегодня мы о том, как оформить автомобиль. Для того, чтобы, значит, купить автомобиль, вам нужно найти автомобиль, заполнить с человеком, ну, договориться о цене и... Даже не нужен bill of title, bill of sale, то есть это купли-продажи договора, он абсолютно не нужен. Вот, выдается вот такой вот, вот такой сертификат. Вот, как он там, такой вот. Я не буду, как бы, его данные найду, вот такой вот. Где? Сертификат. Это title, так называют, то есть документ на машину. Вот, сзади тебе пишут, что кто продал, кому продал, все. И каждый раз он новый выдается. Каждый раз он новый выдается. Вот. Все, и ты едешь. Ну, это я рассказываю про Северную, про Южную Каролину. Как здесь? Может, в других штатах по-другому, но я не думаю. Вот. Но в Южной Каролине вот так вот. Так, и значит. Все, с этим едешь. А, делаю страховку, сделаю онлайн. Позвонил женщине там на Facebook, она занимается здесь страховкой, и она все сделала мне онлайн. Все.
я там скинул мне сайт, я там, ну, ссылку на сайт по секретному коду, и я, по сути, ввел там свои данные. Нет, даже все просто, она ввела все данные, я просто на подтвердить нажал. И все, у меня стали списываться. Июньшки за страховку, она полгода $520, где-то по $87 получилось. Вот, и вот такой вот мне дали номер. И еще вот такую штуку. Это, по сути, документ. Вот, и до сентября следующего года у меня есть тачка. Вот. Все. В принципе. По паспорту просто делают. Машину регистрируют по паспорту российскому. Ничего больше не спрашиваю. Сейчас мне эту штучку надо наклеить вот сюда на номер. Вот сюда вниз. И прицепить на машину. Все в Южной Каролине, только сзади номер. Ну все, торжественный момент. Наклеили. И пойдем устанавливать номер на машинку. Вот сюда, здесь такие даже штучки есть. Они откручиваются. Вот. Сейчас мы открутим и поставим номер. И будет наша машинка. Гости приехали. Да? В гости, Макс, приехали? Да. В багажнике что-то есть, Мефей? Ты ложил что-нибудь в багажник? Домой. В общем, на этой машинке нужно поменять колеса. На то они передние совсем стерлись, а с той стороны прямо все до корта. Вот. Нашел бэушный. Сложно было найти мой размер. 255 на 65, 18. Сложно было найти размер, но вот нашел. Практически прозвонил я с Платинбург. Нигде нету таких юзаных. $40 колесо. Два колеса за $80 вместе с, со сменой, с перебортовкой получится. Взяли машинку, отвезли, да? Нет, сейчас другой был. Будут другой. Фоткать. Это другой. Фоткать и продавать. А то времени не хватает на ремонт. Другой ремонт, запчасти. Да? Да, сейчас едем за матрасом. Тут знакомые отдают матрас с Данилом. Данил нам его заберет. Ну вот, подъезжаем. Забирать матрас сейчас будем. Заправка Shell. Галлон бензина 92-го. Регуляр 2.13. $2.13 плюс еще скидку они дают. Там еще приложение можно установить, еще какую-то скидку получить. Короче, огонь. Приехал, буду видосики снимать. Опа. Shell — классная заправка, они здесь развиваются, идут в ногу со временем, современными технологиями, устанавливаешь приложение, получаешь скидки. Своей волне, думаю, что он грамотный, он знает, закрытые мозги. Почему американцы говорят, что на сегодняшний день иметь одну работу — это невозможно. Так, but I speak Russian. Okay. Так, ребят, я пришел в Wells Fargo. И сегодня Натан помог мне открыть счет для моей компании. Сейчас я открыл компанию OLC, и Натан без согласился мне открыть счет. Все просто, принес документы, он все заполнил, все показал, дал кучу информации, где расписал, что теперь у меня есть карточка и счет. Натан, thank you very much for this. You're welcome. Deal. So now I have bank account for my business. Yes, yes, you are all set. Сейчас у меня есть банк аккаунт для моего бизнеса. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Вот так вот. Ну все, открыл счет в банке Wells Fargo. У меня здесь открыт и банковский счет банк аккаунта. Ой, в смысле, мой личный счет и сейчас бизнес аккаунт. Вот. Подробнее я расскажу чуть позже.
как, в общем, все это открывается. Смотрите следующее видео.